Просматривая видео моего второго этюда на Алтае, я увидел много ошибок у себя в тональном соответствии, но все-таки он мне нравится больше, чем первый этюд. Место, на котором мы писали, находится недалеко от слияния двух рек – Чуя и Катунь. В этом видео я хочу рассказать о технических моментах при написании пленэра. Раньше обычно я использовал для пленэра этюдник, но здесь мы взяли с собой треноги и навесную палитру. Они занимают гораздо меньше места, но в то же время работать было довольно удобно. Также я использовал плотно закрывающуюся палитру для акварели, где можно было хранить краски, не боясь, что они вытекут оттуда. Писал я свои первые этюды на бумаге для масла и акрила, и это было мое разочарование и ошибка. Во-первых, после написания этюда краски заметно темнели, все очень сильно прожухало. И второй момент, оказалось довольно сложно перевозить эти этюды, так как сложно было их упаковать. В общем, гораздо удобнее будет брать просто холст на картон. Его и перевозить удобно, и место он занимает немного. В общем, можно сказать, первый и второй блин у меня получились комом, но дальше будет интереснее.